Здравствуйте всем. Хочу вас удивить. Так как этот улик был заражен химическим составом, который опыляли вот эту вот кукурузу и подсолнух, я хотел сказать, что я хочу его сжечь. Посмотрите здесь, что случилось. Просто море пчел погибших. Смотрите. О. Почему я хочу его сжечь? Потому что химический состав все равно убил этих пчел. И чтобы другие не заразились. И сюда боюсь я пчел поставить, так как этот улик уже заражен. И могут и мои другие нормальные пчелы погибнуть. Вот я вам хочу сейчас продемонстрировать. Вот в этом одном улике они у меня много пострадали. Я почти половину ведерка тоже один раз выкинул, отсюда все почистил. И рамки, расплод, там все погибло. Все до единого. Сейчас мы вот эти обратно положим. Скажем до свидания этому ящику. И сейчас произойдет самое интересное. Сейчас мы его подожжем. Я туда как бензин налил, чтобы это химикаты, которые все были, исчезли. А сейчас я его подожгу. Вот костер пошел. Сейчас загорится. Жалко, но все равно ради пчел безопасности придется все-таки рискнуть. Вот. Жалко, вот пчелки лежат эти. Этот очень хороший ящик. Просто жалко мне сейчас ее. Сейчас костер пойдет. Что мы не пойдем ради спасения пчел? Почему я его сжигаю? Потому что других пчел, чтобы не заразить. А вдруг, если я его там, скажу, дезинфекцию сделал, там у меня отводок в маленьком ящике, шестирамочных. Я компактную матку покупал, очень хорошую. И хочу, ну хотел я его сюда пересадить. И так как вдруг мои пчелки все погибнут. Как вот эти вот. Тут тоже нормальная семья была. Пускай они нектар там все несли, но все равно, мне кажется, лучше сжечь ее, чем рисковать ради других пчел. Все там, что было, я просто оттуда там ручки все это снял. А другое пускай сжигается. Что поделать, что было уже, то прошло. Жалко все равно ящик, но я боюсь сюда пчел пускать, вдруг они тоже погибнут. Если вот сейчас закрыть ее сейчас, что было бы. Закрыть нехорошо. Сейчас чуть-чуть она загорится. О. Сейчас я туда что-нибудь, камень подложу. Потухает огонь у меня, если положить туда крышку закрыть, если. Ну все, дело пошло. Сейчас все загорятся, все до единого.
Сейчас крышка тоже упадет. А там я эти ручки не снял. Ручки, а как его там остались, когда крышку закрывает. Не нужны они мне, там можно купить. Жалко все-таки, честное слово. Этот ящик у меня очень хороший. Очень хороший даже. Всех даже можно было сказать. Лучше был. Вот сейчас падает крышка. Я его обратно положу. Сейчас костер зажгется еще. Что поделать? Там очень много. Они, наверное, химию принесли. Поэтому все сдохли. У нас в горах дождь. Мы пораньше вернулись домой. Подсолнух уже все, как сказать, там малая часть осталась. А ну кукуруза есть уже еще много. Вот бедный ящик-то. Что они сделали? У многих людей пчелки пострадали, говорят. Не я один пострадавший. 180 ящик. У одного человека погибло пчел. Он говорил, там 28 лет всех собирал там все. А сейчас за 2-3 дня все пчелки погибли. Все до единого. Вот столько выгорело уже. Скоро огонь наружу выйдет. Жарище такая творится здесь. Там воск, наверное, горит. Плавится. Это знаете, почему я так решил? Даже если отсюда пчел выкинуть куда-нибудь, на них пчела-то все равно садится же. И в улик тоже заходит. Я рамки отсюда убрал. Если я вспомнил бы пораньше, я их тоже сжег бы здесь. Но я как вот переплавлю в костре, а рамки буду дезинфицировать. Там 14 рамок только было. О, горит вообще. Пламени ада, можно сказать. Я здесь медогонку хотел поставить. Палатка у меня там стоит. Вот, посмотрите, друзья. Вон там половина мед выкачил. А потом они сбрызнули все. И я остался. Решил, не буду я мед выкачивать оставшихся пчел. Сюда хотел флягу поставить. Но это на будущий год мне пойдет. Я чуть-чуть подровняю ее. Залить ее можно даже. Ну, здесь вообще хорошо дела идут. Путем сжения, утилизации улика, так сказать. Это 2-3 дня я на нем работал. Сам делал. Жалко, так вообще жалко. Ну что поделать. Сейчас никто не будет отвечать за то, что у меня пчел погибли. Или у других людей пчелы погибли. Никто ничего не скажет. Если огонь наружу бы вышло сейчас, очень хорошо было бы.
ее поднять. Вот так вот. Сейчас пойдет огонь. Здесь, наверное, уже на улицу вышел. Все утепления. Все, что там было, можно, которое я закрывал, все сжег. Я в каком-то ролике показывал, там, который у меня пчелы сейчас, много подморов, куча пчел было. Это одна ведерка почти была с этого улика. Я как почистил, им лекарство тоже дал, не помогло. Это по направлению к этим химикатам летали, наверное, это пчелы. Вот поэтому много получилось у них заразиться этим химикатом. Сейчас наружу выйдет огонь. Будем смотреть, что будет. Вот я его на бок сейчас положил. Горит теперь пламень ада. Сейчас мы его навстречу к ветру перевернем. Вот сейчас пошло дело. О, дымит. Уже пол горит. Жалко, жалко вообще. Кто-то подумает, что я ради интереса такое делаю, чтобы зря не чистить ее, не дезинфицировать. Уже хватит погибших пчел для меня. Не хочу, чтобы и другие пострадали. Лучше заразились пчелой. Один совет дам. Не дано ее там дезинфицировать. Все равно она часть остается для пчелы. Ее лучше ликвидировать надо. Я новый улик куплю. У нас там за 2000 новые улики продаются. Без ручек, без дверей, без ничего, просто крыша железом набита. Там красить надо, еще что-нибудь делать. Вот так сделаю, и там отводок, который у меня сейчас находится, пущу туда. Как вы думаете, стоит туда этот покрышку закинуть, чтобы пламя было еще больше? Сейчас я его подожгу. Сейчас мы огонь сделаем еще больше. Сейчас зажгется. И дело пойдет очень хорошо. О, сейчас покрышка загорится. И улик полностью сгорит. Во! Дело пошло. Это действие.
15 минут, 10 минут, по-моему, так горит эта легковая покрышка. Мы их в горах тоже сжигали. Она очень легко горит. Вот этот баллон берем, вдруг взорвется. Все мало и мало остается. Скорее бы она бы сейчас выгорела бы, домой бы пошел. Останови. А, пойдет. Рассоединится крышка сейчас. Меня это что-то барахлит. Все выгорит, чуть-чуть остается. Хочу, чтобы она сама упала. Сейчас положить вот так вот, чтобы она тоже выгорела. О, дело пошло, так сказать. Если на противоположную сторону была бы, вообще лучше было.
я одно сделаю, там и шурупы, там все. Сюда брошу. Лучше. И закопаю ее. Это можно в другом месте тоже выкопать. У меня пчел в следующем году вон там будут стоять. Я место там им приготовлю. Скошу. Все. О, падает. Падает, падает. Сейчас она так легко горит. Это вообще что-то. Если еще одну покрышку туда закинуть, чтобы огонь был побольше. Когда нужно будет, покрышки не смогу я найти. Там в город надо будет поехать, чтобы привезти из тех станций там. Ну, всем удачи тогда. Не буду видео длинное делать. Все интересное уже, что случилось, то случилось с этим ящиком. Скажем ему спасибо. И подписчикам скажем спасибо большое за просмотры, за лайки, за комментарии. Всех вижу, кто пишет, кто комментирует. Спасибо вам большое. Приятного, хорошего вам дня. Удачи тогда.